Это вот нас так одели. Вот, я тебе говорил, какая у нас форма. Я тебе сказал, вон, видишь, какие берцы. Спальники, однозначно, будете спать, где придется. Спальники однозначно, плюс туристические коврики или замена, ну поняли, да, все? Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военных. Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. Перекись водорода обязательно. Жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит, мы мужиков. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Пулевое ранение прям туда вводите и все. Начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Чуть-чуть вот это. Деньги все равно есть, пусть родственники просите. Где-то что-то, ну покупайте. Смотрите, что же происходит. Я сейчас лично еду домой. У нас в расположении нет. Кровати ничего нет. Пацаны, вас не видно, только ноги. Пойдем дальше. В этом расположении никаких кроватей. Это пацанам, танкистам. Такую шляпу выдали. А сказали, у вас танки на. Да, нахуй. Калаши, у вас танки. Вот такая у нас мобилизация. Все люди. Уже от холода, он, блядь, костры жгут. Вот костер. О, пожалуйста. Люди уже, вот костер, вон костер. Там дальше, везде в лесополосе все жгут. Все люди спят на лавочках. Вот на таких, на тонких. Вот, все. Ну что это такое вообще? Вот туалет. Видишь? Это умывальник называется. Нет, это курилка называется. А вот в туалет заходит. Это... Ну вот как-то так вот мы все и живем. Вадик, пацаны сидят. Ну, здесь много пацанов, все зелененькие человечки. Ну. Тут он дровишек накопытили. Сами копытим, рожаем. В армии-то рожают же. Ну. Вот это все полные казармы. Так что, пацаны, давайте ждем вас. У нас места еще есть на верхних шконках. Всем привет, на связи 1-й танковый полк. Нам официально сказали, то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Ни стрельб, ни так... теоретической подготовки. Ни теории. Поэтому думайте сами, решайте сами, что делать с этим в дальнейшем.